и Одесса. Ну закройте. Читать книжку пойду. Здравствуйте. Что-то я не вижу где. Ну-ка покажи. Здравствуйте. Вот да, да, я свет включил. Здравствуйте. Нажмите здесь. Так, подожди, нажать? Да, нажмите здесь. Так, вот подождите. И... А, вот. Открылось. Добрый день. Здравствуйте. Мы тут с отцом Сергием долго беседовали. Да, да, я так и понял. Он говорил, после беседы будет позже. Да. Илья Чевыч, два раза щелкните. Что говоришь? Ага. Я вот, кое-какие у меня маленькие вопросы есть к вам. А конечно. У вас какие-то, может быть, ко мне. Вопросы да, богословского характера меня на второй план. Не интересует, в общем-то, так сказать. Потому что ну, мы еще мало знакомы. Меня лично вы интересуете. Как ваше духовное состояние сейчас? Да на самом деле очень спокойное. Ну, слава Господу. Дело в том, что я сегодня целый день занимаюсь все, что в Гугле есть, о вас написано, заголовки, вся РПЦ против такого-то там, ну, ни одного положительного отзыва буквально нету. Вот у вас главный-то удар с этой стороны, как вы его перенесете-то, думаю. Я сейчас к отцу Сергию говорил, меня-то душат 40 лет, мне уже это легче переносить-то, я уже, говорится, объезженный. А каково вам это? Ну, на самом деле, если вы внимательно посмотрите материалы на нашем сайте, то скандалами и с секты Олегнидовой, с кришнаитами, и тут с одним Кузечкиным, и с нашей правозащитницей Кречетовой, вот, на меня уж там и гнали бочку, и суд церковный подавали. То есть, на самом деле, за последние несколько лет я настолько стал к этому времени толстокожей, то, собственно говоря, реакция внешних меня совершенно не сбила. Сбила-то как раз реакция более-менее своих, вот скажу так. Я про это и говорить хочу. Вот, ее я на самом деле не ожидал именно в таком плане. Вот поэтому она, вопрос. Конечно... Значит, вы не ожидали. Ну, как бы сказать, не ожидал. Она сбила настойчивостью, на самом деле. Потому что мне несколько раз звонили с Москвы, сказали замолчать. Вот, и я сбился. На самом деле, я сейчас считаю, что наоборот было бы преступлением, потому что все бы сказали бы, какой-то сумасшедший что-то сказал, все статьи удалил, теперь молчи. Ну то есть, а что тогда этого придурка 13 лет держали в двух епархиях руководителя миссионерского отдела? На самом-то деле ведь не так. Вот. Поэтому сейчас уже понял... Предельно спокоен и, собственно говоря, иду к тому, к чему иду. Так, вопросы вот такие возникают. Вот отец Сергий сейчас, Дудин, неоднократно меня спрашивал, ну а вот чем это вызвано, что там Дмитрий Смирнов там выступил там против? Я говорю, я тебе не буду отвечать. Я буду разговаривать сейчас с Максимом, и потом ты посмотришь. А вы знаете, почему они все вдруг на вас ополчились-то? И не как-то просто, а прямо не епархия, а РПЦ. Все отрекаются. Почему? Ну, на самом деле, было бы неправда сказать, что все, многие, достаточно много людей и простых мирянных священников звонили, слали поддержку по электронной почте, в социальных сетях. Поэтому говорить об этом, что все, это будет неправда. Правильно, то есть, но большинство, можно сказать? Ну, большинство я тоже не могу сказать, потому что кто-то молчит, и на самом деле молчит, это не значит, что меня совсем осуждают. Дело в том, что сам скандал ведь ходит был на бледословие моей статьи. Ну, ведь да. Журналистка одного портала ведь очень хитро так подала. Руководитель миссионерского отдела, смотрите, предложил называть матерей-одиночек бледями. Ведь на самом деле какая хитрая была постановка. Ну, естественно, это пустили в средства массовой информации, но... Я просто, конечно, не ожидал, что наши, скажем так, медийные фигуры так попадутся на эту ловушку. А я бы и в этом плане все-таки проблема обозначена. А вот, вы думаете, что... вот попы против вас поднялись, там где архиереи, другие епархиальные отделы, они искренне на вас так говорят это, или для отмазки перед людьми? Ну, давайте так, я просто не договорил на самом деле. Дело в том, что фактически ошибка, может быть, некоторых людей была в том, а вообще, а он так реально говорил?
А может быть, он что-то хотел другое сказать? Вот сделано было заявление, оно, конечно, сбитое, совершенно неожиданное. Оно просто сбивает с ног, если вдруг вы такое услышите. Действительно, настолько так все лукаво было поставлено. Поэтому, скорее всего, я бы поставил, может быть, под вопросом, действительно, почему мне? Вот уже про Правмир говорят уже 4 статьи, там прямо у Данилова жжет уж, прямо вот, жжет. Пишут из статьи, но что интересно, мне звонят из откровенно, ну, скажем так, желтой прессы. И журналисты честно спрашивают: «Так, Сергеевич, а вы на самом деле что хотели сказать?» Так вот, ни один из так называемых сейчас, где публикуют критику православных порталов, ни один человек со мной не связался и не спросил: «Так, Сергеевич, а что мы реально хотели сказать?» Но с этой статьей, с критикой. То есть поэтому тема бледословия в церкви, я думаю, сами о себе люди свидетельствуют. Послушайте, я хочу сказать, мне так кажется, я сегодня, говорю, вашим делом занимался, а я-то 50 лет этот опыт несу, мне так кажется, что вы до конца сами еще не осознаете, что вы сделали. Вы ткнули в самую сердцевину. Ну, я скажу так, что не побоюсь сказать, что это сделали не вы, это Господь через вас это сделал-то. Вы ткнули-то, почему мусульмане против вас не могут сказать слово? Потому что у них этого «б» нету. Нету? И они ничего не могут сказать. Вы ткнули-то фактически во всех прихожанах, во всех храмах. Вот в чем дело. Вы знаете, Игнатий Тихонович, вот на самом деле не ткнули. Дело в том, что я уже сейчас, когда понял его, досмотрел, дело в том, что я давно уже задавался вопросом, почему такое происходит. Люди блудят, глупо выходят замуж, женятся на откровенных мегерах или мерзавцах, которые их бросают, семьи разрушаются, люди прелюбодейничают, аборт и так далее. В чем проблема? Я давно задавался этим вопросом, и в последнее время у меня сложилась некая система, которая, я думаю, позволяет ответить на вопрос, почему и как это лечить. То есть, в принципе, я задумывал уже написать книгу, но думал ее написать года в два. И я постепенно в последнее время в своем разделе на «Злобу дня», я сразу, кстати, написал, что это мое личное мнение, постепенно выкладывал части своих мыслей в определенные те или иные статьи. То есть я хочу подчеркивать, что специально я в средствах, светских средствах массовой информации, лимитирование скандалов, вдруг кинуться кого-то обличать нигде. То есть я считаю, что я лишь обсуждал и потихоньку в кругу своих. И, кстати, первые, когда публикации были, практически что-то свои слова были так на эмоциях возразили, но все помолчали. То есть в данном случае, это, я считаю, промыслительно, это не моими усилиями, я подчеркиваю, не моими усилиями, был поднят этот скандал. Это не от меня. Вот так. Маленько голову как-то приподнимите, чтобы вас лучше было видно. Вот. Еще повыше, там вверху пустого места много. А у вас глазок этот не опускается? Да, ну, вот так вот. Вот так. Во. Да. А то если я смотрю, вы только на свою табличку молитвы миссионера, а не на вас. Если на вас смотреть, то у меня немного вниз выходит. Вот так. Так вот, я снова возвращаюсь к этой мысли своей. Положение-то в церкви даже аховым нельзя назвать. Если проехал патриарх и называет духовные развалины, общий результат поездки на Дальний Восток, а я только что в прошлом году был в Владивостоке находки, и тут проехали наименьшие Германии и все остальное 15 государств, а теперь намерение в 14-м пройти до Португалии, Скандинавии, Прибалтику и по северным районам, то я могу сказать, что мы знаем обстановку. Вы не внешних задели. Под это «Б» сегодня, может быть, идет 90 с лишним процентов прихожанок. И под это бета они руководители, которые создали такую паству-то. Они это на другом уровне это почувствовали-то. Почему они вдруг обижены-то все оказались? Попам-то какое дело-то? Ну, сказали и сказали. Вот я сейчас хотел сказать, умер у нас тут алтайский один был артист, Золотухин Валерий Сергеевич. Может, слышали такого? На Алтае вот. Ну и вот у него третья жена была Ирина Линд. И она своими воспоминаниями делится. Я, говорит, когда я там появилась, иду, а рабочие там, которые сидят. И они что? И она пишет, сама женщина. А они, говорит, разговаривают, а это чья «Б»? Блять. Это у них-то, у всех в мозгах, а вы просто это высветили. Но все пошло не рикошетом, а прямой наводкой в прихожанок.
Вы прихожанок-то растрясите маленько-то, любому попу скажите. Вы посмотрите, кто у вас приходит-то. Чем они занимаются? Сколько раз были замужем? Сколько раз вы одних и тех же при живых мужьях венчаете? К архиерею пошли. У меня знакомый священник один, очень близкий. А у архиерея, ну я показываю, чтобы понятно было, ну, сантиметров по 40, две пачки бракоразводных дел. А куда деть то, если при живом муже выйдет замуж, называется прелюбодействие? Как будто этого нет. А архиерей скажет, у него нет таких полномочий. Но я сейчас приду к губернатору и скажу, дай мне путевку в космос. Он скажет, да я кто такой? Почему вы решили, что в небо можно любого посылать, если он не соответствует качествам, какие Бог назначил? Я много размышлял уже о вашем деле-то. Вы ткнули в самую сердцевину, что если эти Б в церкви, а вы-то кто тогда? Это вы их такими воспитали? Ну, вы знаете, я бы так все-таки поставил, уточнил для слушателей, почему именно это слово. Ну, давайте так. Это слово используется в церковных молитвах. Несколько раз оно читается в церковной трилогии, оно есть в текстах Нового Завета. Поэтому для христианина, я подчеркиваю, это слово не может быть абсолютно табуированным и цензурным. То есть если люди используют, церковь использует молитву, значит, оно не является мерзким. Конечно. А слово очень сущностное, оно очень емкостное. Вот. Если посмотреть вот как раз словарь церковно-славянских слов, которые употреблялись, в средние века, ну и раньше, оно имело первое значение, так лживость, ложь. Вот именно с лживости начинается все. Дальше идет глупость, ересь, и наконец третий уже поп. Вот. И поэтому, говоря о бляде, в данном случае понимается первое, человек лживый, далее человек глупый и человек похотливый. Если говорить об общем значении, то получается человек, который идет, блуждает, идет ложным путем, заблуждается. То есть это слово, на самом деле, оно намного лучше, чем, например, просто слово «блудница». Или мне надо просто повторять «лживый», «глупый», «похотливый», когда это слово может отражать сразу все. Вот так вот. Да. Ну, а что касается остальных, ну, что я могу сказать? Увы, у нас родителей Сергия Радонежского-то практически сейчас нету. Мы все повреждены. И вот сейчас важно как раз правдиво посмотреть себя и понять, почему мы повреждены. Ведь мы все говорим о первородном грехе. То есть нам от родителей, от наших родителей передается повреждение, душевное повреждение, ущербное нашему духовнику греху. То есть в данном случае, чем повреждённее наши родители, чем больше они смертных грехов совершили, тем более повреждённой бывает душа ребенка, тем сложнее ему сохранять благочестие и так далее. Чем благочестивее родители, то, естественно, ему проще сохранять благочестие. И вот поэтому вот причина повреждений. И вот здесь-то как раз очень важно знать правду. Правду, во-первых, о самом себе, и правду о родителях. Но я хочу подчеркнуть для людей и слушателей, есть грех хама, когда он осмеял грех родителя и выставил на показ. А есть другое отношение к греху родителя, это как у пророка Давида, который сказал, во грехах защитнись, и во грехах родили мать. Он, когда каялся, он ведь очень правильно показывал, указал как бы, то есть на самом деле вот тот грех, который во мне, он передался не от родителей. И вот когда человек честно понимает, кто есть на самом деле, каковы родители, и тут происходит очень исцеление. Я же мужчина написал, я вот сын матери-одиночки, вот, она развелась, воспитывала один. Вот. Но что касается, она не жила с мужчиной, но что касается, вот, был у нее секс с другими мужчинами, я думаю, что такой красивой женщине 24 года что-то может быть, я не считаю ее блядь, я считаю честной, порядочной женщиной. Вот теперь смотрите, что происходит. Разделем вот это понятие «мать» и что она сделала. То есть она, вполне возможно, является прелюбодейцей. Вполне возможно, она делала аборты. Ведь вот у меня была располагала статистика середины 2000-х годов. Один из гинекологов говорил, что у нас только 2% женщин до 40 лет не делали аборты. То есть представляете, вот человек смотрит на мать, которая по своей сути является детульницей.
Вот, а некоторые матери сделаны по 5-6 абортов. То есть многие маньяки даже рядом не стоят с некоторыми нашими мамами. И она еще блудница. И он считает, что честно и порядочно. А ведь икона матери, это образ матери, это образ того, кого он выберет себе в жены. Не в деталях, конечно, а вот в моделях поведения. Получается замкнутый круг. Сын выберет себе же такую честную, порядочную, эту убийцу и блудницу. Все, замкнутый круг получается. Одни порождают других, как злей кусают себя за хвост. И все. И этот круг можно развивать только правдой. Ну вот. Что делать, вот я продолжаю свою мысль, и одна из частей моей главной книги, что делать людям, у которых вдруг поймет, что их родители несовершенны? А очень просто. Надо искать образы тех людей, которые живут по правде. Если у тебя нет образа честной матери, читай жития святых, святых дев и святых жен. Вот у нас в Томске здесь есть мученица Диана Томская, блаженная Домна Томская, мученица Екатерина, мученица Варвара. Вот читай постоянно жития вот этих женщин, и ты по 10 раз, по 15 раз, и через некоторое время ты поймешь, вот настоящий образ. Ты уже просто будешь в легкую вычислять, что вот это настоящая женщина, а вот это... Да. Вот. Ну, там еще на самом деле много другое. То есть на самом деле вопрос не стоит в оскорблении и в осуждении. Вот. Если бы я сказал, вы знаете, вы все вот такие... А я-то на самом деле белый, пушистый, я никогда такой поступать не буду, ну как и фарисей говорит. Я как фарисей буду говорить, тогда я осуждаю. А я же честно говорю, я такой же, как и вы. Но только я нашел в себе правду. Вот. Я нашел в себе правду признать себе это. И сейчас пытаюсь помочь другим. Вот вся моя разница. Нет здесь никакой ненависти и злобы. Ну да. Попутно спрошу. Вот у вас, когда бывают звонки только от православных, от баптистов, там, харизматов, от адвентистов седьмого дня не были? Вот по этому делу. Знаете, молчат все. Но я опять же спрашиваю, вы-то понимаете, почему они молчат? Да потому, только потому, что их это не трогает. Их руководители не трогают, они не такие. Вы очищены через слово. Мы должны до конца договаривать. Почему так возмутились, которые мужчины вам там кол забит, там что только не говорят? Почему? Потому что это тоже прихожане. Я работаю не в одной тюрьме. И я не просто работаю, а работаю так, как меня принимают, может, никого не принимают так. Потому что я каторжник. И они это заключенные знают. И когда приходишь к нему, вот этот человек понимает, какой его уровень. Я ему объясняю, почему ты оказался здесь, какой выход. Привожу житие там разных, там, Ефрема Сирина и других. Я достучаться должен до сердца. Но они, эти люди-то все, большинство, они православные. Я вот этому Сергию парализованному, вы через него сейчас выйдете. Да, если бы вы на меня вошли в мой, там, в Mail.ru, я бы вам выслал сейчас. Я преподавал только в одном университете 17 лет, АГТУ. Это 21 тысяча студентов. Это большой университет. А там свободно заходи, кто там, представители КГБ, администрации были. И вот одна из них, Цыпенникова Евгения Павловна, кандидат наук, она 5 лет исследует студентов, 100 групп, 5 курсов. Это очень большой капитальный труд. Я его просто, ну, на одном листике я бы вам послал, на одном листе. Ну, мне куда послать-то, я не знаю. Я могу послать на Сергея Дудина, а он вам перешлет. Ну, можно мне и в называется «Из тьмы язычества». Из тьмы. И она приводит к выводу, сколько крещенных, допустим, считает, церковь – это такая стяжательница, то другое. 98% считают. Она исследовала 5000 студентов. 5000 регулярно 5 лет. И вот 98-95, а в конце говорит, церковь, допустим, на 300 человек, на 300 – это 0,3%, которые осознанно ходят в церковь, соблюдают. Это на 300 человек один. И добавляет, а крещенных из них 98%. Эту статью перепечатает наша Алтайская миссия, епархиальная газета. Я к архиерею с этой статьей пришел. Я все это говорю. Брак какой? Даже не 100%. Понимаете что? Вы-то ткнули там, где они-то на другом уровне это понимают. Это их прихожане. Баптисты нет, мусульмане нет, они даже не поняли, что вы, ну, сказали правильно, абсолютно правильно сказали. Вас поддержать они не могут. Почему? Да потому что те спрашивают, как так, а он их причащает, он их ведет куда-то.
Это в любой епархии, в любом храме. Я их знаю. Просто я знаю, с ними встречаюсь. Им никто не нужен. Мы идем по домам, вот как, ну, чтобы понятно было, как свидетели Иеговы. После литургии мы здесь молимся, занимаемся, а потом идем, разбиваемся парами, идем по всему городу. Мы тысячи квартир обходим. Вы посмотрели, как нас встречают. Как родных и близких. Да где вы были столько лет? Да почему вас не было? Тут идут иеговисты, адвентисты. Почему вас не было? Я начинаю им говорить. А им-то, оказывается, ничего и не надо. Я говорю, вот смотрите, вот патриарх Алексей II говорит так там о крещении. Да пошел ты на со своим патриархом, у меня батюшка есть. Батюшка, она на исповедь ходит. Я ей начинаю давать Евангелие, да пошел ты со своим Евангелием. Мы в такие квартиры заходим. Если бы она не ходила в храм, этого бы не было. Вот в храм не ходит, я свободно с ними разговариваю. Она прещенная и обольщенная. И вы, когда это сказали, она понимает. Почему столько людей против? Ну, вы же не можете сказать, что никого не тронули. Вы тронули. Тронули не вы, Господь их тронул через это. Поэтому такой бунт. Потому что вы показали, кто они такие. Ну, на самом деле, все-таки я сейчас бы более склонен к тому, что имею большее понимание. Ну, то есть, на самом деле, высказался очень ограниченный круг людей, причем я подчеркиваю, высказался, скорее всего, потому что ему так преподнесли. Да. Я бы, наверное, тоже так же отреагировал, если бы мне передали слова, как передают средства массовой информации. Поэтому все-таки я считаю, от основной массы людей есть понимание. Ну, я не поверю, что священники, которые исповедуются, считают, что, вот, знаете, это все неправда. Все-таки мы правду-то понимаем. Другой вопрос. Общество у нас сейчас таково, что оно предлагает нам сделать церковь несоленой. Всех люблю, никого не осуждаю. Как бы не было скандала. Вот это, знаете, вот этот, как рот лукавый при любодеянии. Вот лукавый при любодеянии. И поэтому так много говорится о чем? О любви. Дальнего. Да, это твердится. Любовь. На самом деле, любовь-то немножко другое. Мне вот друзья прислали, я, кстати, был бы рад именно такой поддержке, и молитвенной, и безусловно, вот друзья присылают различные цитаты святых отцов. И святитель Николай Сербский очень правильно трактует, что такое меч. Дело в том, что сейчас как раз в обществе происходит примирение между ложью и истиной, между добром и злом, между правдой и неправдой. А ведь, собственно говоря, Христос пришел разделить ложь и правду, добро и зло. Вот. И когда происходят в церкви какие-то попытки разделения это, ну, сразу начинается вопли. А где ваша любовь? А где ваше неосуждение? Да кто вас осуждает? Обличать? Вот, я уже приводил, например, слова Максима Исповедника. «Бо полагаю, человека ненавищество, но уклонение от божественной любви потакать заблуждению, отчего уже впавший в него еще больше побуждается». Это мой небесный покровитель писал. Видите, человека ненавистничеством, если я человеку буду потакать его заблуждением. Вот эти слова есть у нас. Вот, и Феофилак Болгарский как писал замечательно, пророки посылались к какому одному народу, а вы же соль для всей земли, исправляющий беспутных учений и обличений, дабы они не порождали непрестанно чрев. Посмотрите, какие слова. Почему не оставляете горьких обличений, хотя бы ненавидели и преследовали вас? Давайте зададим вопрос. То есть если всех люблю, никого не обижаю, тогда почему он говорит, не оставляйте, хотя бы вас и ненавидели и преследовали? Вот. Вот, и если я, кстати, обратил внимание, какие у нас раньше были каноны? Прелюбодейцы, вот, кстати, хотел бы я вас уточнить, мне надо будет подыскать. Прелюбодейцы и блудники на сколько от причастия раньше отличались? На 5 лет? Нет. Если прелюбодей, до 12 лет, а блуд на 7 лет. Но Василий Великий, когда составлял каноны, он сразу сказал, каноны мои несправедливые. Почему? По-другому нельзя. Мужчина отлучается на 7 лет, а женщина на 10. А грех-то один и тот же. Но по-другому, говорит, нельзя было. И мы должны с этим согласиться. Вот. Не говоря о том, что, если не ошибаюсь, убийцы и абортников на 15 лет отлучаются. На 18.
Ох, даже уже на 17. Да. Вот. Поэтому на самом деле церковь-то раньше была мужской солидной. И что-то сейчас стало... Великое, это второе правило, на 10 лет, это, видимо, там уже с послаблениями с разными. Ну, вот. То есть, на самом-то деле, церковь была очень соленой раньше, очень соленой. Ну, вот. А сейчас что-то стало ломаться, 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 и в итоге... Ну, есть такое выражение, батюшки-любвисты. Я скажу, это опять же идет от священников. Я говорю, скажите, вы книгу правил считаете? А что это такое? 70 лет патриархия не издала ни одного экземпляра книги правил. Вот представьте, люди на дорогах ездят и ни одного правила никому не дают в руки. Такое как может быть? А это жизнь свою и жизнь миллионов людей направлять. Почему Иоанн Златоуст говорит, если одна единственная душа погибнет по твоей небрежности, о священник, тебе не хватит всей жизни рассчитаться за нее, а их миллионы гибли. А почему правила не знают? Я вопрос задавал до патриарха. Почему книгу правил не издавали? Советская власть не запрещала, это не экстремистский труд какой-то. А вот в книге-то правил как раз эти эпитемии накладывать. И Златоуст говорит, если священник не накладывает эпитемию, то он гибнет сам и того, кого допускает до причастия. Иоанн Златоуст говорит, лучше тело мое вот это отдам сам собакам, нежели тело Христово недостойно причащающемуся. Эти что, слова исчезли куда-то или они здесь? Если я начинаю разговаривать с батюшкой, ну целая комната батюшек одни, бывает ночью даже три архиерея пришли вопросы задать. В Москву приехал как-то. Я говорю, скажите, вы вот эти правила знаете, да? Их отменял кто-нибудь? Не отменял. Почему вы не накладываете эпитемию? А вот сделай 40 поклонов, там один день там квас не пей или что-то. Глупости занимайтесь. Правила никто не отменял, ты включи их. Вот у нас в общине все правила включенные, все до одного. Да когда будет, тогда никого не будет. А, вон что, тебе кормиться нечем. Ты на это не должен смотреть. Церковь это установила. Шестой Вселенский собор, второе правило говорит. Эти, которые собирались, святые отцы, это трубы Святого Духа. Тебе не надо думать. Да кого вы считаете, все они от Бога. Я не считаю так, но я православный. И поэтому разговоры окончены. Я принял все. Я православный. Если тебе не нравится, значит ищи другое место. Не надо тут лукавить-то. Кстати, насчет эпидемии. Ведь тоже в чем корень многих проблем сейчас, которые у нас происходят в семье и обществе. Вот когда наши прародители пали, ведь каждому была назначена от Бога своя эпидемия. Ведь что такое эпидемия? Это, во-первых, а. Некое действие, которое позволяет загладить последствия греха. Б. Это некие действия, которые позволяют человеку потом этот грех снова не совершать. Ведь эпитемия мужчины была в чем? А. Нам вменено было в обязанность быть главой семьи и ответственным. Вторая эпитемия – работать в поте лица. Женщине была наложена эпитемия А – подчинение мужу и рождение детей, несмотря на их скорби. Поэтому не зря как раз апостол говорит, что женщина спасется в чадородии, если, кстати, прибудет любви и целомудрие. Вот. И проблема в том, что... Вот, поврежденная человеческая сущность, она как раз и стремится вот эти эпитемии не выполнить и нарушить. Мужчины спихивают в себя ответственность, не хотят работать, они хотят подчиняться маменькам, женам, вот эти подкаблучники. Вот. А женщины наоборот. Женщины хотят главенствовать, женщины хотят рожать. Ведь обратите внимание, кто первый инициатор абортов был? Женщины сами говорят, дайте нам убивать наших детей. Поэтому вот это одна из таких проблем, что мы не хотим нести свою ответственность. Вот поэтому одна из принципов как раз исправления этих проблем в семье – это делать то, что нам заповедано. Мужчинам быть главой семьи ответственны и работать. Женщине быть помощницей и рожать детей. Я к этому пункту все время обращаюсь. Вот вы сказали, ничего нового вы не сказали, но вы озвучили этот вопрос, эту беду, которая разваливает государство, разваливает семьи, разваливает личности. Ну все рушится буквально. А чего же так они поднялись? Я еще раз говорю, что внутри себя они чувствовали, хотя они грешники. Ну любой говорит, яко свинья лежит в колу, покаянный канон-то. Но вы это сказали, а она сегодня причащалась, только ходила и живет в этом грехе. Вот оно, самый корень-то здесь, что если они такие, какое же причастие, то мы должны за дверями быть, мы должны плакать, мы должны быть счастливы.
плачущих, припадающих, слушающих, и только куб настоящая четвертая ступень, 1/4 эпитемии. Они, люди-то ничего не знают. И поэтому, а мужчина что? А я заступился, она не такая. Да он сам происходит от такой Б. Он по-другому не может говорить. Ну, я процитирую свидетеля Златоуста, он писал, если оскорбляемый раздражается, то тем самым доказывает, что он осознает за тобой то, что про него говорят. Если же он переносит все спокойно, то освобождается в глазах присутствующих всякого подозрения. Даже если он желает отомстить, это будет достигнуто с полным успехом, как если Бог накажет обидчика за слова. А раньше еще этого наказания, твоя мудрость будет для него как бы смертельным ударом. Вот на самом деле сейчас я видел три примера. То есть, вот есть женщина, ну да, подала так извращенно журналистка, что я предложил называть всех женщин, матери-одиночек, женщин. Так она подала. Ну хорошо, вот женщина, мать-одиночка, вышла замуж девственницей, ну так получилось, развелись, живет не в Буду, услышит, что она скажет? Да нет, я вообще-то ко мне не относится. Но другие возможные нет. Следующее. Мне писали, причем такие. Честно говорили, Максим Валерьевич, вот я такая. Я прижила двух детей без мужа. Я такая. Но я вас поддерживаю, потому что вы сказали правду. Действительно, если человек сказал правду, чего обижаться? Вот это на самом деле две совершенно правильные группы поведения. А следующий тоже оскорбляется. На самом деле те, которые... Живые, глупые, похотливые, но те, которые не хотят правду признать от себя, но чувствуют. То есть поэтому, на самом деле, вот эта массовая реакция озлобления, это как раз, по мнению, ну, вот, что называется, люди сами о себе суд и производят. В Евангелии написано, говорит, и что, фарисеи, они как против него гневались, ибо были сребролюбивы, а он как раз сказал об этом Господь. Вот слово, которое вы произнесли вслух, его так громко озвучили. Ну, не было бы интернета, это бы не было, вас бы сосед не услышал. Это именно задело. А задело, правильно вот говорите, Златоуста, то, что они осознали именно такие. Я касаюсь мужчин, а вы-то что волнуетесь-то? Вас-то что касается, особенно священники-то? Потому что когда высветили, вот в это имидж, вся эта шелуха-то слетела. И при любодейном грешном мире другого названия, характеристики Бог же не дал. Почему Феодора Цареградская, там Василия Нового, написано 20 мытарств, и на одном мытарстве блуда больше погибает, чем на остальных 19. Это всегда было так. Тут, говорится, в каждой семье, говорит, по три Фреда сидит. Еще мы ищем. Ну, сказали. Да. Теперь второй вопрос. Почему церковники-то дальше-то не продвинули? Уже готовы. Вы брешь первую пробили. Молчание. Теперь бы только поддержать. Мгновенное отречение. Первые распинатели выходят, вас начинают. Я все ваши там аннотации прочитал-то. Их-то что так касается-то? А то, что их, которые у них там сбоку, справа, слева, они именно такие. И вам, вы это поняли, и вы до себя так и держите. Я даже не думал. Ну, на самом деле, Игнатий Тихонович, ну я все-таки давайте дать время людям. Скандал-то произошел буквально 3 дня назад. То есть на самом деле, вот эта грязная пена сошла, и сейчас начинается. Я вот, например, я сам пока еще не до этого не дошел, но говорят, в принципе, отец Сеул Чаплин так ответил, что, мол, а что он такого сказал? Он сказал правду, только резко. Вот. Если он действительно так сказал, я могу заявить, что уста церкви в его лице наши как раз и не лицемерны. Потому что я наблюдаю за ним, он очень много говорит правды. Я вижу, как он за эту правду ненавидит. И то, что если действительно так отец Всеволод сказал, давайте так. Главные уста церкви не лицемерны. Это раз. Давайте-ка все-таки мы подождем позже реакции. То есть иногда надо дать время, иногда надо дать раздумье. Поэтому все-таки говорить, что священники все на меня, это будет неправда, это будет кула все-таки на нашу церковь. Вот. Ну, сказали люди, те, кто сказали по заблуждению, я считаю. Вот. Поэтому сейчас я пока думаю, давайте подождем, чтобы делать выводы. Так, а меня спрашивал даже, кто, отец Сергий-то, епархия-то как на вас сейчас-то? Они вас еще не почислили на покой? Ну, давайте так, надо отдать должное нашему архиерею, это человек нескоропалительный на принятие решений, человек это милосердный, на самом деле он серьезно обдумывает свои действия. Вот это правда. Вот.
И поэтому я уже написал в своей статье, что я все-таки надеюсь, что церковь меня будет судить судом Господа, который судил Ахава и Манасию, судом, который судил Давида и Соломона. Все эти люди совершали страшные грехи, но Господь оставил их царями. Господь простил трехлетшего, отрекшего от него Петра, простил убийцу Саула и вообще сделал апостола. То есть поэтому для меня лично я все-таки жду вот этого суда. Если он произойдет, то я скажу «да», мы в церкви Господа. И прежде всего должны как раз радоваться, если меня оставят руководителем миссионерского дела, все бляди. Да, потому что в конце концов, если человеку придет истинное покаяние, он придет, и церковь его примет, омоет, заколет тучного тельца, я имею в виду причастие Христовых тайн, и накормит, и не отринет, и воздвинет в том чине, в котором есть. То есть поэтому на самом деле вот, я надеюсь на это. И что, ну, я понимаю, у меня есть свой крест, но, наверное, в нашей церкви будет и свой крест, который называется «Я». Вот, вот такой я вот. Надеюсь, мне этот, от этого креста она не избавится. Ну, главное, что первый пролом сделан. Это будет утихать, другие события будут в государстве везде. Это все, рана заживается, шрам остается. Но будут теперь на это ссылаться. Но ссылаться совершенно неправильно. Вот и сегодня, если бы была возможность, вот, ну, у меня бы выход какой-то на там, Чаплина, на других, я бы повторил несколько раз. Скажите, вы обижены? Нет. Обижены. Но сказано-то ведь это со слов Христа. Мир прелюбодейный и грешен. Теперь грех утвердили за истину. Гражданский брак, ни к чему не обязывающий, о чем вы это все говорите. Ну а дальше-то что? Вот сейчас само только поддержать вас необходимо. И церковной печатью, они так, мы уже его, мы никакого отношения не имеем, это его личный сайт, то есть видно, что отгребаются. Но вот за этим застоит еще что-то. Был такой диссидент, ну тогда называли таких, узники совести, Левитин Краснов, он 6 сроков отсидел. Он говорит, мое государство больно корыстью и трусостью. Трусостью и корыстью. И этой же болезнью трижды больна моя родная православная церковь. Каждый думает, как бы его не зацепили. А сейчас такое, там, как Невзоров, там Александр Глебович и другие, они будут эту тему, говорится, развивать. И на каждого священника будут говорить, вот они ваши. Теперь вот самое и подать, не пятиться. Вы уже первый шаг этот сделали. Назад ходу нету. Ну, а насчет реакции, ну, давайте так. Меня самого сбили в первый день. Это неожиданно. А что говорят про других? То есть, скажем так, я-то уже привыкший к нападкам. И то я сбился. Поэтому давайте так, ну бывает первый. Надо смотреть вот уже то, что будет потом. Через неделю, две, три, позже. Когда будет уже осмысление, серьезный разговор. Вот я жду на самом деле вот это. Я думаю, что так оно и будет. Конечно, потому что никакой вины, во-первых, нету. Человек сказал это, ну я это называю просто героический поступок. Да, ну давайте так, на самом деле я это, вот я тоже хочу здесь подчеркнуть. Обратите внимание, я это сказал для своих на православном сайте. То есть, вот я подчеркиваю, я не делаю специально из этого скандала. Вот, если мне нужен был скандал, я бы дал интервью какому-нибудь, да, ну, журналисту светской СМИ. Ну, например, «Комсомольской правды», да. Кстати, хорошую статью девушка, ну, дала правильное интервью и прояснение. Вот я захотел бы скандал, я пошел в дело, вот, скандал бы, был бы четко обеспечен. То есть на самом-то деле я это публиковал в узком отделе, на самом сайте, для обсуждения, для своих. Вот. Скандала я не хотел, никого не пробивать, не хотел вот так вас звать, просто. Я подчеркиваю. Я об этом даже не думал. Все тихонько, мирненько ждал реакции своих, чужих, что люди напишут. Ну вот понимаете, так, видимо, получилось, что дал трамплин извратителю. Вот я особенно подчеркиваю, что на самом деле никаким обличителем я не хотел становиться в данный момент и сейчас. Написать книгу – да. Вот через два, пожалуйста. Вот это я хочу еще подчеркнуть для слушающих. Не пытался я тут устроить скандал. Просто я действительно выкладывал на обсуждение мысли, что люди делают свои. Там... Конечно, обращаться. Ведь, вы знаете, когда я обращаюсь к своим, они это понимают. Для них это слово известное, люди свои. И, естественно, реакция-то была очень спокойная, мирная.
Конечно, если я вышел бы и сказал в какой-нибудь крупной газете, вот так, то реакция была такова, как она есть. Ну, видимо, не зря так тряхнуло все, что называется. Я раньше думал эту книгу написать за 2 года, но теперь придется, видимо, писать за 2 месяца. Вот и все. Я сегодня несколько мест писания передал через отца Сергия, не знаю, на вас это... Я уже получил, поэтому я благодарю, и поэтому все подобные ссылки, святые котов, если что-то увидите, к обсуждению всего этого, я буду очень рад. Мне как раз сейчас вот это нужно, чтобы опереться на святоотеческий материал, потому что такая вот именно братская помощь. Видите, знаете, искусственно вот это не создать. Вот говорит, я показываю, Стефан, его слушает, он говорит всю историю Израиля. Вот когда считаешь 7 глава Деяний апостолов, вообще мирная обстановка, его только слушать и слушать. И вдруг он резко одним разом следующий стих и говорит: «Вы, распинатели, дальше, кого из пророков не гнали отцы ваши?» Зачем он это сделал? Я когда спрашиваю, не знаю. Почему? Потому что он видел, подвел, они согласны. Да, мы верим Моисея, верим все, и они такие были, они-то убийцы. И он должен был это слово сказать. Приходит в храм, исповедуется, уходит. Ну, я такая-такая. Но слово, которое вот вы это произнесли, как я называю, у Стефана, вот это переломный момент. Вы его сами даже не знали, какая будет реакция. Вам бы Господь это слово показал. Показал и через это, как у Стефана. Или Павел говорит, его на Антониевой лестнице держит. Деяния апостолов. Нормально слушает все. И далее он говорит, и он сказал мне, иди далеко к язычникам. Написано, до этого слушали, а дальше подняли пыль над головами. Вот до момента, пока вы это не сказали, все нормально, да, бывают разводы, бывают матери-одиночки, гражданский брак. Но вы сказали своим словом. Я сравниваю, как у Стефана, у Павла было. Вот этот переходный момент очень трудно найти. Вам просто, ну, как говорится, карты в руки. Вы сказали, не зная никаких последствий. Сейчас прокуратура там что-то запрашивала. Это они не знают, с какой стороны какой взрыв будет. Это самая болевая точка. Развал государства. И вы тронули, и теперь они будут думать, размышлять и будут на это ссылаться. Придет время, и ни сегодня, ни завтра, ни через год. И поминать. Ну, я все-таки на каких-нибудь говорил бы не о том, что будет терзать или прочее. Я все-таки вот надеюсь, что это будет первое обсуждение. Кто-то уже задумал, когда люди писали уже. Даже те люди, которые пытались сначала, как бы сказать, ну, обидеться, да, я тогда начал писать, не все на самом деле занимали откровенно такую сквернословную, озлобленную позицию. Да. Потом, когда пытались понимать, да, что-то есть, ну, вот, может быть, по-другому. Ну, то есть что-то у людей происходит, на самом деле. Я надеюсь, именно не такое. Ну, а с другой стороны, ну, если уж даже святой апостол Павел терзал, он не говорил многих, возможно, некоторых. То есть, на самом деле, слово некоторых, даже фактически единиц. Вот. Поэтому, ну, даже если кто-то здесь вразумится, то я думаю, что сами будут посмотреть. В общем, посмотрим. Я, на самом деле, не дерзаю ничего. Будем делать то, что надо делать. Говорить правду. А я для тебя, говорит, для того и поставил Иеремия, это Господь сказал. Есть такой фильм Иеремия, видели? Нет. Иеремия, посмотрите обязательно, очень и очень хороший. Его бьют, он стоит вот так вот, согнут, его сверху бьют рукояткой меча, он кое-как поднимает голову, опять так говорит Господь. Так говорит Господь. И не надо слова никакие другие искать. Вы сказали то, что говорит Господь, прелюбодейный и грешный. Все. Да-да. Ну, я тебе про это и как раз говорю, что подмена слов, если у нас нету, то Господь выправит. А выправит как? Когда мы Ему доверяемся. Большее число людей все будет молиться об этом деле. Вы просто, для меня лично, ну, я этим живу. Я так возрадовался, посмотрел у вас, сколько вы на Писание опираетесь-то. Ну, только бы выдержали. Потому что тяжелый удар будет от ваших единоверцев и от ваших соплеменников. А они, если завтра покажут пальцем архиерея, они будут вас гнобить по-последнему. Ну, я все-таки не так не думаю. Я многих людей знаю, и все-таки у меня не такие тяжелые прогнозы. А насчет Писания вы, в принципе, правы. И это, кстати, к этому меня и подвел отец Даниил Сысоев. Он четко подчеркнул, миссионер не может говорить свое мнение. Очень много.
То есть, когда мне часто говорят, скажи своими словами, что ты думаешь, а я ничего не могу думать. То есть я могу лишь цитировать Священное Писание и толковать. И то, кстати, очень вопрос. Вот вы на той беседе, которую я перекопировал, говорили о том, что надо читать Писание, читать Писание. Но здесь еще очень важный момент. Надо не просто читать Писание, а читать его с толкованиями Церкви. То есть то, что еще толкование, которое было перетолковано Духом Святым. Вот и поэтому я, например, стараюсь читать Священное Писание толкование Блаженного Филарета Болгарского. Вот. Кстати, об этом и ссылаюсь, много цитирую иногда на его изумительное толкование. Потому что ведь нас тоже люди хотят по-своему толковать. А можно толковать что угодно, у нас не зря почти тысяча всех христианских. И все цитируют одно и то же. Вот это как раз важно. Тут такое дело. Вчера отцу Сергию я скачал один материал, он проходит занятие, называется «Пособие по изучению Евангелия от Марка». Вы обязательно с ним ознакомьтесь, как образовывать общины, чтобы было как одна семья. Допустим, 10-15 человек могут заниматься. В каком порядке? По порядку Евангелия от первого стиха до последнего. По главам идет. Чтобы каждый начинал в этом участвовать. И уже в течение месяца, если я говорю, только вы записываете, чтобы потом вам было сравнить. И вы увидите, меняется все и меняешься ты. Это опыт столетий заложен. Он небольшой труд. Ну, Евангелие от Марка, это самое коротенькое Евангелие. Если у вас будет возможность, желание, ну, и к нему обратитесь, возьмете. Я, мне сейчас идут Евангелия от Иоанна, я говорю, если можно, вы перейдите на Евангелие от Марка. А потом этот уровень у вас будет такой, что Евангелие от Иоанна – это самое сложное Евангелие. Это не синоптическое. Это надо просто понимать. Говорит, как Златоуст объясняет, солнце, говорит, катится по улицам. Явилось. Пришел Господь, вначале было слово. Ну, я рад, что вот натолкнулись мы. Немножко наши пути коснулись. На будущее какие у вас будут данные, у вас будет какое-то желание, ну, может быть, в чем-то я окажусь полезным, я бы был рад. Ну, почему же не будет желание, оно всегда будет. Вот. Поэтому с людьми общаться, ведь на самом деле, вот, кстати, и в той системе, о которой я говорил, ведь честность о себе. Вот, например, человек дурак, но он считает себя умным. Вот пока он себя считает умным, он дураком будет до конца своей жизни. А человек, на самом деле, который признает себя, что он чего-то не знает, он старается учиться. И здесь очень важно понять, что мы же находимся в братстве. Ну вот, каждый знает свои немощи. Но с другой стороны, человек, который старше тебя на 5-10 лет, он в чем-то опытный. И поэтому правильный брат, вот, да, правильный товарищ, если говорить светским языком, он старается учиться у всех. Вот это очень важно. И обращаю внимание, учиться с благодарностью. Потому что именно неблагодарность – это основа предательства. Вот. Поэтому я стараюсь учиться у всех людей с благодарностью. Вы говорили вот сейчас впереди о толковании блаженного Феофилакта. Это тот материал, с которым я не расстаюсь, когда-то достал от руки и переписал, а потом и издал трехтомник Нового Завета с комментариями, 297 комментарий, расширяющие места толкования блаженного Феофилакта, где он говорит о необходимости проповеди и изучения Слова Божия. Два момента, их высвечиваю просто. Это вот, если у вас будет возможность, у Михаила она есть, у этого, у Фаста, у священника, и Классен Александр. Я был там, отвозил. И вот если толкование мы обоих видел, отца Геннадия слушал, у меня даже записи есть на нашем сайте, он рассуждал о вере и знании. Вот я хочу сказать, когда толкование проходишь, тут за этим еще, я знаю, голова, говорит, как земной шар, а сердце как песчинка может быть. Дальше сразу же подводить, называется экстраполяция событий во временной форме, переносить на сегодняшнее время. Вот в этом оживление, Слово Божие живо и действенно. Не просто знать, а знать, как это на сегодняшний день и конкретные обстановки, и последний этап, как это относится ко мне. Слово Божие во мне живо и действенно. До разделения души и духа не в государстве, во мне. Вот когда вот недавно где-то я прочитал в интернете, там одна прихожанка говорит, Олег Синяев, он приезжал у нас, тут был в деревне, и что-то он там... Не знаю, как это разговор зашел-то. Я считаю, там, что наиболее удивительно продуктивный миссионер Игнатий Лапкин. Там такое-то.
А в чем? Я его не вижу. В чем продуктивность-то? Когда-то я был у Адриана, такой был там в Загорске, и на исповеди у него был. Он, если еще на человека 12 бы баптистов пришло, это уже апостол 20 века был-то. А когда я ему рассказал, что не 12, а, ну, которые, могу показать, только стали священниками, а как это вот, в чем успех? Успех в том, как вот сейчас вы говорили, я ничего не знаю и каждый день учусь. Я каждый день учусь, непрерывно 51 год. И я даже совет такой, ну, как-то писал патриарху письмо, и Пимену писал, и Алексею, и здесь. Мы должны учиться везде. Я очень много беру полезного мусульман. Вот это целомудрие, как они одеваются, как они ведут. Я спрашиваю, вот сейчас мы ездили, у мулы в доме ночевали, я там выступал. И спрашиваю, сколько у вас, какой процент недевственности? Они не понимают этот вопрос. Понимаете, нам не с чем сравнить. Об этом Дмитрий Смирнов хорошо говорит. Мусульмане, говорит, ближе ко Христу, чем наши православные. Я говорю, только он маленько не добавляет, что это твои прихожане. И такими сделал ты их, потому что ты их не учил. А если эти люди, которые от нас перейдут к баптистам, они их научат в течение года. Надо непрерывно с народом заниматься. Вот поехали, у нас тут село Коробейниково, и туда каждый год идут крестные ходы. Но мы проехали 440 сел и городов. В каждом я дарю свои 38 книг, в каждую библиотеку, в каждую. И вот мы проходим 1000 человек, а в храм в воскресный день ходит 6 человек. Ну, нормальная разве обстановка? 6. Мы все деревни, мы иногда приезжаем, человек 40 с лишним на разных машинах, мы прочесываем вдоль и поперек. Согласуемся с администрацией, приходят в клуб, люди собираются. Первый, кто восстает, это священники. Сразу вызывают милицию, что угодно делают. А те приходят, а ничего нет. Они нас называют иговистами, лишь бы натравить только где-то. Вот где корень-то весь. Тут собрались как-то архиереи, я выступал и сказал, вы вызовите их, мы на месте тут разберемся, годится это или не годится. Мы прошли, и обычно мы раздаем Евангелие от Иоанна с римлянами вместе. А кто приходит там, дом культуры называют или на стадион, всем дарим Новые Заветы, дарим. Мы подарили только, кажется, неполные 3 года, 30 тысяч Евангелий. Мы прошли по этому селу 450 Новых Заветов. На все село только 2 Новых Завета нашли. А священники, там монахи, 7 человек, а 6 прихожан. Что, говорить не о чем больше? И это мы все записали на видео, и он стоит, и отец Роман Игнатий Тихонович, только уезжайте отсюда. Я говорю, там в Гадаринской стране так просили, когда я исцелился бесноватый. И что дальше? Они его не вызвали, они недавно рукоположили его в епископы. Вот и все. У нас все записано на дисках, мы приезжаем в село, и как они вызывают милицию, все это записано, я с епископом все это подарил, ну вызовите их, вызовите, разберемся, люди-то идут куда, почему на иконах в дальних там пещерах, где нарисованы цепью сатана тянет, первые епископы, вторые священники, а может там печники, там дальше идем, что икона это не соответствует действительности, я задаю вопрос, Серафима Саровского признаете? Ну как не признаем? Я говорю, а почему он 3 дня и 3 ночи молился целенаправленно только о русских священниках и архиереях? Ему это было открыто, а архиереям не было открыто. И молился-то не о чем-то, а о погибели их. Серафим Саровский, 3 суток. А откуда вы знаете? Настольная книга священнослужителя по благословению патриарха Пимена. 3-й том, 601-я страница. 1-я строчка сверху. И через 3 дня Бог заговорил. Вот тут я уже не знаю как, но дальше двоеточие и прямая речь. Не пощажу и не помилую, ибо они заповеди мои заменили вымыслами человеческими. Псалом 118, 113 стих. Кавычки закрыты. Вот где корень-то весь. А что вы сказали, так ваши слова топали на благодатную почву. Потому что мусульмане не обиделись, потому что у них этого нет. Обижается больше тот, кому ты попал. У меня иногда, ну, обвинители собираются, там бывает так. Я говорю, а вы про кого говорите? Как? Про вас. Я обернусь в другой раз, так это вы о другом. Я благодарю Бога, что Бог меня скрыл, я грешный человек. А вы-то говорите такое, что доказывать не надо, что этого нет. А настоящее меня Бог скрыл, иначе бы я к народу даже не вышел. Хотя я могу сказать, что я не такой, как все, меня с детства Бог хранил. Просто хранил. Я не замешан в этом, в чем люди каются.
Но внутри-то себя я знаю, на исповеди-то я другой. И поэтому людям нужно Слово Божие. Вот и Исаия 5:20. Если нет там Слова Божия, там нет света. Нет. И когда говорят где-то анафема, я выступал в больших собраниях, очень больших, и я показываю, все четыре анафемы в Новом Завете падают на православных. Если кто не любит Господа, Маранафа, как мы его любим? Ты хочешь узнать? Спроси Иоанна Кронштадтского, Игнатия Брянчанинова. 1251 монастырь, и он делает инспекторскую поездку. Едва ли в России четыре монастыря, в которых теплится духовная жизнь. Феофан Затворник, 1861 год. Еще одно-два поколения от силы, и православие в России исчезнет. Я говорю, или он лжепророк, потому что оно православие, или он имел в виду не это, Б. Тут вот надо как до конца догребать. Когда слепорожденный исцелел, и они его не могли убедить, они говорят, проклят народ, невежда он в законе. Проклят народ, это они говорят о своей пастве. Так вы, любезные пастыри, ты, Дмитрий Смирнов и другие, это ваша паства. Он придет к мусульманам, он будет платить за акиат свой, как надо. Он будет исполнять пятикратный намаз. И он правильно говорит, где вы видели, чтобы собралось хотя бы 100 мужиков в храме одновременно поклонились. А они 1 200 000 вывели, в Москве только. Нам есть над чем говорить и над чем плакать. И вот вы ткнули здесь, я просто кланяюсь вам, дорогой, так и хочу сказать, батюшка, где попы промолчали. Вы дали большую работу умам людей. Мне это понятно с первого раза было. В моей молитве вы до самой смерти. Мы, может быть, разойдемся, не будем понимать друг друга. Запомните меня, поссорить с вами никому никогда не удастся. Я даже сегодня шел с опаской. Я просто изъясняюсь вам в любви, сейчас расставаться будем, что что-то у нас не будет, я вас-то не знаю. Я прочитаю, что знал, уже по произведениям более-менее. И хотел кое-что там сказать, потому что кто с вами воюет, а у меня с ними войны нету, поэтому вы меня за это, только за это. Потому что у меня опыт, ну, не 20 лет, а 51 год. Я иной раз мне заходит, вот на вашем этим, ролике, там такое говорят, как вы терпите? Я к нему захожу, спокойно смотрю, да, действительно, баптист. Но у него уже перетянуто 5 моих роликов. Зачем бы он их к себе перетягивал и прочее. Я помаленьку начинаю и говорю, его трогать нельзя. Нельзя, там пошла работа. Какая там работа? Это работа. Я начальник детского лагеря, основателя, 41 год. И вот мы за малиной, я просто вам пример хочу сказать. Все должны набрать по кружке малины. Дети смотрят. Друг за другом. Один отошел далеко, они подходят, а Кирюша не берет малину, он только ест ее. Не трожьте. Я потихоньку между кустами подошел, а он так. Святый Боже, ягодку в рот. Святый, крепкий, ягодку в рот. Я вернулся, ребята, он берет. Он молится, чтобы мы набрали по 2 кружки. И мы идем, когда мимо батюшки, а батюшка мой родной брат, отец Аким, протоиерей, он где-то 35 лет. Вот. И мы обязательно малину занесем десятину. А она ему не нужна, но у детей навык. Мы заходим с той стороны подальше маленький к батюшке. Батюшка, мы десятину принесли. Да у меня свой сад, матушка агроном. Ну тогда благослови нас, и все под благословение. В ребенке это кирпичики, фундамент будущей веры. Здесь надо на все обращать внимание. Вы сказали слово. Я ухватился за него и прославил Бога за вас. Вся наша община, если вы смотрели фильм, все молятся за вас. Вот это вы нам не дальний. Вы одновременно сделались близким. Почему? А я молюсь, а вы рядом со мной. Я считаю ваши проповеди. Все проповеди принял до одной, которой вы говорите. Все они мои. От меня исходят. Вы сделались близки тем, что Дух Божий нас сроднил так. Вот ведь какое дело, дорогой мой. Я рад, что вы встретились. Благодарю вас. Спасибо, Христос. За молитву. Радости вам. Так, если будет, значит, возможно, желание, вы, ну, в это время примерно. Да. Да я, кстати, хочу сразу спросить, поскольку вы все-таки глаз у вас наопытный, думаю, быстро найдете. Вот если можно, вышлите мне уже тексты о канонах, которые относятся к убийцам, к прелюбодеям, к блудникам. И вот, знаете, какие? Что я вам вышлю? Я вышлю симфонию, чтобы у вас да. Все было. Но мне нужно, чтобы у вас был... А знаете, я на кого вышлю?
Да на кого? Да на отца Сергия, он вам перешлет. Хорошо, пожалуйста. Он себе скопирует. Ладно, мы договорились, да? Я вас ничем не огорчил? Да нет, я с удовольствием пообщался, кое-что. Ну, спаси Христос. С радостью, до свидания. Спаси Христос, до свидания. Ну, отключайтесь теперь вы там от меня. Слава Христу. Господь. Видите как, вот вчера только или когда-то, сегодня у нас вторник уже, позавчера только познакомились. Вчера суббота или воскресенье было, или что? Сегодня понедельник. Понедельник, но мы вчера только, собственно, данные о нем были. И мы уже, пожалуйста, скачивай, мы отдадим. Он мне очень близок. Я поэтому...